Денис Шестеркин знает японскую кухню и ее традиции в совершенстве. О новом участнике конкурса городских рекордов в сюжете. Здравствуйте, меня зовут Денис. Я хочу представить свои блюда. Японский суп том-ям с морепродуктами. Салат с копченым угрем и свекольными чипсами. Ролл дракон. Японская лапша удон с морепродуктами. И фруктовый ролл. Я сготовил эти блюда за 25 минут. Все эти кулинарные шедевры выглядят как бутафория. На первый взгляд и не скажешь, что съедобные. На глазах рождаются ролл-дракон, салат с копченым угрем под ореховым соусом, классический японский суп на кокосовом молоке и ролл-десерт из фруктов, обжаренных в сливочном масле на коньяке. Шеф-повару ресторана «Чайка» Денису Шестеркину есть что представить на конкурс городских рекордов. Я в японской кухне знаю все. Я знаю более 50 видов японских блюд. Это супы, салаты, роллы, горячие блюда и десерты. Мне интересно это все. Мне нравится крутить роллы. Денис молод, но к своему возрасту может уже похвастаться серьезными достижениями в выбранной профессии. Прежде чем взять в руки палочки и циновки, он изучил культуру страны восходящего солнца и познакомился с секретами японской кухни. К готовке он подходит с особой любовью и творчеством. Я пришел после армии и решил все-таки попробовать в один суши-бар. И там был очень хороший шеф-повар, он был кореец. И научил много всему, вообще. И уже сам, постепенно я всему обучился. И сам заинтересован, был. Ресторан «Чайка» уже представляет муромцам блюда японской кухни. А у вас еще есть время, чтобы заявить о личном рекорде. Звони по телефону 99855 и пиши на адрес электронной почты muromtv@mail.ru. Становись самым-самым и получай призы. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке этого ресторана. Регина Ломакина, Александр Барсуков, Новости Муром.